We got fish. So they sell fish right here. Just like that. With Russian flag. Yeah, and here. So this kind of fish is $2, 1 kilogram. It says shuka in Russian. And this one is also $2. Это тоже 130 килограмм, да? Это 180 килограмм. 180. А это жерех. Окей, this one is жерех. А это свинина? Это свинина, да. Говядина такого цвета не бывает. This one pork. Да. Окей, сало. Говядина темнее. Морская рыба есть, речная рыба есть. Это терпух морская. Лещи. Язи. Это речная щука. Жерех. Вот такая рыба, которая жерех. Понял. Судак. Это щука, это налим. Жерех вот в таком виде еще есть, балык. Ага, сушеная, да? Она сушеная получается? Это балык вяленый. Балык вяленый она. Да. Полусушеная. Ага. Окей. Горячего, холодного копчения рыбки. Как сейчас вкусно у вас тут. Здесь смело. The smell is the smoked fish, so tasty. I'm so hungry now. Yeah, and all those fish. Yeah, I have to try it. О, здрасте, это кто? Судак. Судак такой? Да. 250 рублей за килограмм. На 1200 рублей. Ага, 250 за килограмм. Хорошенький, костей мало. И кристый. Кто почистил бы мне его? Дома, знаете, как неудобно чистить? Что? В квартире, потому что... А я сейчас специально чистилка с крышечкой куда этот, чтобы не разлетались. Вот у вас продается такая? А? Продается такая чистилка? Продаются в магазинах. У вас нету? У нас нету. В хозяйственных магазинах они около 100 рублей может. Так и называется чистилка для этого? Специально для рыб чистить. Прям так, так называется она, да? Да. Ну просто спросите продавца, рыбу чистить, чтобы чешую. Чтобы не разлеталась чешуя, да? По всему она этому. Такая небольшая идет примерно, с крышечкой. Ага. Наполняется, убирается чешую, дальше чистить. Круто. Вот такую штуку надо мне. Здрасте, сейчас. Судак. Вот это круто вообще. Я... А где поймали? Волги, да, тоже? Волги. Тоже Волги. Да, вот рыбка. А давно поймали? Неизвестно. Позавчера. А, прям тут так ловите и сюда, да? Да. Классно. Позавчера рыбаки поймали, вчера днем принесли, а я уже днем стояла здесь, мне не привезли его. Вот сегодня отправили. А вы с какой деревни? Сиденька. А, Сиденька уже? Да. Они вот сюда же приносят, да? Да, мы приносим они. А если вы... люди закупают, это все. Я сама не закупаю. А икра прям, думаете, есть, да? Есть. То есть тут других, которые брали, короче, икра была, да? Круто. Надо вот попробовать. Возьмите. Скидочку сделаю небольшую. Вот я бы вот... Почистить ее можете, если я к вам домой приеду? Домой, если? Ну, ее надо сперва тогда растаять. Замороженный вид она не почистится. Ну да. Не, просто я тут чаще езжу. Я бы мог вам периодически домой приезжать и чищенные у вас постоянно забирать. Можно так, но когда будут только стать, они не всегда попадают сюда. Да? А у вас телефон что-нибудь есть или адрес? Есть. Что-нибудь можете написать? Да. Мне вот проблемы вот с чисткой. Напишите тогда. Да, давайте.